мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Впервые в Туве стартовал всеармейский конкурс «Военное ралли». На площади Арата состоялось торжественное открытие мероприятия. Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин представил участников соревнований. Сегодня мы даем старт всероссийским состязаниям «Военное ралли». Со всех уголков нашей необъятной Родины, со всех военных округов отобраны лучшие экипажи. На бескрайних просторах республики им предстоит показать все свое мастерство, показать всем, что они являются лучшими в своем деле. Сегодняшнему дню предстояли долгие, кропотливые месяцы труда, бессонные ночи по подготовке техники к военным играм. Для соревнований на горном полигоне Карахаак построена трасса общей протяженностью 142 километра, который позволит максимально продемонстрировать боевые возможности нашей военной автомобильной техники. В военном ралли примут участие 6 команд, в которые вошли военнослужащие Центрального, Южного, Западного и Восточного военных округов, Северного флота и воздушно-десантных войск. Марш! Отмечается, что в конкурсе участвует только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это грузовые автомобили «КамАЗ» и «Урал», а также впервые в этом году задействованы бронеавтомобили «Тигр-М», которые поступили по гособорнадзору в войска Центрального военного округа в начале текущего года. Кроме того, в ходе соревнований также будет учитываться разрешенная стабильная скорость экипажей. Условиями проведения конкурса является время, за которое экипаж проходит зачетный отрезок. При этом системой ГЛОНАСС отслеживается отклонение экипажа от заданного маршрута. Также контролируется скорость. При превышении скорости отклонение от маршрута на большее расстояние, которое дается коридор, экипаж опускается по рейтинговой сетке вниз. Также на церемонии открытия военные представили для жителей и гостей Кызыла боевую технику, которая находится на вооружении Министерства обороны и будет участвовать в соревнованиях. Так, на площади Арата в торжественной обстановке был дан старт участникам конкурса. Центральный военный округ. В зоне ответственности округа Сибирский, Уральский и Приволжский округа. Всего 29 субъектов Российской Федерации. Капитан команды подполковник Чугунов Илья Викторович. Экипаж автомобиля КамАЗ с колесной формулой 4х4. Водитель автомобиля старший сержант Николаев Юрий Андреевич. Штурман сержант Мысин Иван Андреевич. Власти Тувы поддерживают животноводческие семьи с детьми. В 2018 году на сходах граждан выбрано 105 участников проекта «Кыштак для молодой семьи», которые уже регистрируются в качестве глав крестьянских хозяйств. Минсельхозпрод республики консультирует участников проекта, начальников управления сельского хозяйства, администрации районов и сел. Завершено оформление земельных участков сельхозназначения участников проекта. Заготовлена древесина, идет строительство кошар и домов. В 2018-2019 учебном году в новой аграрной школе-интернате в селе Иеталу Лукхемского района будут обучаться 50 детей-участников проекта. В список уже включены 44 учащихся из 10 районов.
Во время соревнований военное ралли в Кызыле планируется перекрыть движение 8 июня с 15 до 18 часов на улице Ленина от пересечения с Тувинских добровольцев до пересечения с Гагарина. Состоится генеральная репетиция закрытия конкурса между подразделениями Вооруженных сил России «Военное ралли». Соответственно, этот участок дороги будет закрыт для транспортного движения. 9 июня с 15 до 22 часов планируется перекрыть движение транспорта по улице Ленина от пересечения с Тувинских добровольцев до пересечения с Гагарина. На этом участке пройдет торжественное закрытие всеармейского конкурса «Военное ралли». В 2018 году на реализацию регионального материнского капитала предусмотрено более 11 миллионов рублей. За 5 месяцев на распоряжение выплатой подано 68 заявлений. 63 из них удовлетворено на общую сумму более 3 миллионов рублей. Перечисления многодетные семьи направили в основном на строительство и ремонт жилья. В соответствии с республиканским законом, принятым в 2011 году, право на получение регионального материнского капитала в размере 50 тысяч рублей имеют женщины, родившие или усыновившие 5-го ребенка и последующих детей позже 1 января 2012 года. При этом дети должны иметь гражданство России и проживать на территории Тувы. Агентство по делам семьи и детей республики с 2013 года по май текущего приняло около 1300 заявлений и выдало 1000 сертификатов на региональный материнский капитал. Полностью распорядились государственной поддержкой 615 семей. Большая часть средств получателями расходуются на улучшение жилищных условий. Игра перешла в реальность. Horror Quest Black Hole. Жутко страшно. 999-999-1317. Возрастные ограничения 18+. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». В Туве по факту гибели рабочего на шахте организована доследственная проверка. 30 мая в правоохранительные органы Тандинского района республики поступило сообщение об обнаружении тела рабочего с признаками травмирования при введении горных работ на территории шахты угольной компании «Межигей-Уголь». По данному факту региональным следственным комитетом организована проверка на наличие признаков преступления. Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекших по неосторожности смерть человека. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что в этот же день, 30 мая текущего года, с 16 часов в 4-м конвейерном штреке рабочая смена из 3 рабочих осуществляла работы по зачистке горной массы. Около 22 часов одним из рабочих между противопожарным ставом и концом конвейера комбайна обнаружено тело 44-летнего рабочего, проходчика участка с признаками травмирования. В настоящее время по сообщению проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. Для установления причины смерти пострадавшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Международный день защиты детей воспитанники Тувинского кадетского корпуса не остались без внимания. Яркие впечатления, положительные эмоции и беззаботный детский смех. В Туве, начиная с 2017 года, активно реализуется приоритетный проект «Наставники не рядом, а вместе», в рамках которого наставниками выступают заместители председателя правительства региона, руководители и заместители органов исполнительной власти республики. По инициативе главы республики не только сироты, но и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют возможность не только весело провести праздничные дни, но и пообщаться с успешными людьми, получить советы, наставления и опыт решения жизненных вопросов, в том числе профориентационного уклона.
В преддверии летних каникул наставники проявили желание забрать воспитанников в свой дом. В год добровольчества данный проект набирает новые обороты и далее начнет внедряться в других районах республики. Кураторами проекта является Министерство образования и науки Тувы. На сегодняшний день наставников 26, подопечных детей 45. В минувшие дни из Тувы в Красноярский край в санаторий «Тесь» выехала первая в этом году летняя группа детей. Из 37 направленных на лечение ребят дошкольного возраста, 23 сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 3 ребенка с ограниченными возможностями, 7 находящихся в трудной ситуации, 1 из приемной семьи. Всего в этом году планируется оздоровить в санаторных учреждениях Минздрава России за счет федеральных и республиканских финансовых средств более 2500 несовершеннолетних. Ежегодно на эти цели выделяется более 20 миллионов рублей. В весенний период текущего года направлены на оздоровление в санатории разных регионов страны около 1000 детей, в том числе в детский санаторий «Озеро Шира» чуть больше 700 школьников, в санатории «Белокуриха» более 160 детей, в туберкулезные санатории «Пионер» и «Пушкинский» 14 детей. Планируется, что в летнем сезоне текущего года на лечение отправится 18 детей-оленеводов. По результатам анализа 2017 года количество детей, получивших санаторно-курортные услуги, составило более 2500 детей с превышением показателей за предыдущий период. Первого июня на базе полевого учебно-тренировочного комплекса пограничного управления Тувы состоялось первенство Тувинского регионального отделения «Динамо» по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников силовых структур. Всего соревновались стрелки 10 команд физической культуры, среди которых пограничники, сотрудники управления Федеральной службы безопасности, таможенники, приставы, сотрудники Росгвардии, службы исполнения наказаний, следователи и другие. От каждой команды было выдвинуто по 6 участников. Первенство проводилось в целях выявления сильнейших спортсменов, обмена передовым опытом и совершенствования уровня специальной физической подготовки сотрудников. Мероприятие открыло приветственное выступление главного судьи соревнований, в котором он пожелал участникам удачи, собранности и настроя на победу. Соревнования проходили в несколько этапов. Мужчины выполняли упражнения с автоматами Калашникова 1 и 3, пистолетом Макарова 3, женщины пистолет Макарова 2. По итогам первенства высшую ступень пьедестала заняла команда пограничников Тувы. Второе место завоевали спортсмены Тувинской таможни, а третье, призовое место, заслуженно досталось стрелкам Росгвардии. Первое республиканское ФМ-радио сегодня запустило очередную порцию радиоквестов. На этот раз ведущие и спонсор квеста задумались о правильном питании. В эфире всю неделю в розыгрыше будут обеды от Гранд-Холла «Столичный», которые в своем составе содержат только полезные продукты. Морковь с кунжутом и гранатом, брокколи и запеченные кусочки мяса. Такой полноценный и здоровый обед сегодня спрятали ведущие квеста. Участникам, как всегда, предложили загадку, разгадав которую, стало понятно, куда именно нужно поехать за подарком. Первым и самым быстрым стал казалчанин Аян. Именно его организм сегодня был пополнен запасом полезной энергии. Увидим, как это было. Спешите принять участие в квесте, ведь полезные обеды от столичного будут в розыгрыше всю неделю. Подробности квеста узнавайте в эфире на 102.5 FM или на www.golos.asia. Спонсор прогноза погоды – КПК СССР. КПК СССР предлагает жителям Тувы заключить максимально выгодные договоры. Уже сотни семей присоединились к движению кооперации. Они получают ежемесячную прибыль и знают, что в любой ситуации они могут положиться на нас и получить займ быстро, под удобный процент и без сбора пакета документов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.
Итак, о погоде. По республике переменная облачность, местами небольшой умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 14 метров. При грозе до 22 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западного направления от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 24, плюс 26. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.